Кто прожить собирается тысячу.
сегодня рядом с нами. Более 3 лет тому назад ушел от нас замечательный человек. Добродушный, интеллигентный. Гриша Гаевский. Война застала его в 12-летнем возрасте. Он пережил все то, что досталось нашему поколению и поколению Гриши Галецкого. Голод, переезды, жизнь на чужбине, все это он перенес на своих плечах. 14 лет, будучи в классе, он освоил специальность киномеханика. Очень много работал и мизерную зарплату отдавал семье, тем самым поддерживал тяжелое время того времени. В 1949 году его призвали на флот. Служил он на эсминце в Кронштадте. Если я служил 4 года, то ему досталось больше 5. После службы он остался в Ленинграде, женился, завел семью, очень много работал, чтобы по разным специальностям, чтобы как-то содержать свою семью. Тяжелая жизнь не позволила получить ему соответствующее образование, но он воспитал и самообразовался сам. Он много читал. Когда я с ним встречался, я просто удивлялся, как он много знает во всех областях. По приезде